Не имеют пальцы на руке, а может на двух сразу, или только один, или все пять. Часто такое бывает, когда зажимается нерв где-то от шейного отдела позвоночника, вдоль вот здесь лопатки сверху, за плечом, снизу руки или где-то в районе предплечья. Бывает, неправильно спит человек, сэкономил на матрасе, за место хорошего ортопедического постелил простую поролонию. Или спит с любимым человеком неудачно в обнимку или любимой игрушкой. А возможно, неудачно подобрали подушку. А бывает такое, что человек ходит в тренажерный зал, тренируется на трицепс, на дельту, забивает себе мышцы, и они зажимают нерв. А может, вы на работе сидите постоянно вот так вот, за компьютером, локти на столе, или вы, работая с мышкой, заработали себе туннельный синдром, у вас рука вот так вот на стол опиралась, рука постоянно напряженная, не используете специальную подушечку. И такое бывает часто у тех, кто работает отверткой. Что нам сегодня понадобится? Это стена. Обязательно. Нам нужно будет использовать вот такой инструмент для самомассажа. Если нет у вас мячика, например, теннисного или массажного, вы можете просто использовать угол комнаты. Все, что мы сегодня будем делать до дискомфорта, не через боль, к той амплитуде, которая у вас получается. Вы всегда можете поставить на паузу или уменьшить скорость видео. Поехали! И начинаем мы с разминки. Покрутим плечи 10 раз вперед и 10 назад. Начинаем. Вдох, плечи вверх и вперед, выдох. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 10 назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Через стороны наверх вдох. Раз, вниз выдох. Два, еще вдох. Раз, два. И еще разочек вдох. И выдох. Возьмем наш мячик. Мы возьмем мяч и подойдем к стене. Если он у вас будет падать, скажу заранее, вы всегда можете использовать колготки или чулок и закинуть за плечо. А мы с вами возьмем и с той стороны, где у нас немеет рука, на уровень между шейным и грудным отделом, где вот у нас здесь самая выпирающая косточка или у кого холка, положим мяч. Вот так. И покатаем вверх-вниз. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вправо-влево. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На позвоночник мы не заезжаем. Между где-то лопаткой, верхней ее частью, и позвоночником. Вот так. Если мячик высоко залазит, чуть-чуть вперед наклонились, он немножко упал. И покатаем. Давайте еще второй заход. Раз, два, вверх-вниз. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вправо-влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И немножко полежим, точку напряжения найдем и полежим. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Дальше мы будем переходить уже ближе к руке. Верхнюю часть лопатки попробуем покатать. Положили. Где у нас лопатка? Вот здесь, верхняя ее часть. И покатаем мышцы. Вправо-влево давайте начнем сначала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Вверх-вниз немножко неудобно. Сориентируйтесь. Возможно, немножко мячик пониже опустите. И попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Удобно, если вам полубоком катать. Прекрасно, делайте так. И еще раз. Вправо-влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Немножко мячик пошел вверх. Мы немножко вперед наклонились. Семь. 8, 9, 10. И вверх-вниз. Раз, два, три. Чуть-чуть снова. Раз, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И полежим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Небольшое дополнительное упражнение. Но если у вас нет подходящего места, ничего страшного, можете его пропустить. Возьмем мячик, встанем на угол в комнате и между шеей и плечом, вот так вот, наклонившись, положим его. И можете также покатать вверх-вниз, немножко вправо-влево и подержать. То есть прокатать вот здесь вот трапециевидную мышцу сверху. Отлично, справились, покатайте, если есть возможность. А мы продолжаем. И переходим к самому частому месту, когда происходит защемление, особенно во время сна. Это вот здесь вот у нас между рукой и лопаткой проходит прям нерв, даже куча нервов, так скажем. Возьмем и положим туда мячик, там будет даже очень больно. И покатаем вправо-влево. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вверх-вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Немножко передохнули. Даже, возможно, почувствуете, как рука неметь начала. Вправо-влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вверх-вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И полежим, найдем точку, где рука немеет. И полежим. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Супер! Переходим на саму руку. Снизу, где трицепс, мы возьмем вот так вот. И положим мячик, прижмем его рукой. Прижали, большой палец смотрит вперед. И мы покатаем вниз, вверх, прям хорошенько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кому-то удобнее взять, можно даже вот так вот. И второй рукой поддавливать, чтобы посильнее было. И вот так хорошенько прокатать. До плеча, у плеча хорошенько покатайте. Ближе к локтю хорошенько покатайте. Поставьте на паузу и прокатывайте руку. Тоже я уверен, что почувствуете, как рука немеет. И вот так давайте дугой вдоль руки, вот так вот, прям, по горизонтали у нас. Вот так, все покатаем. Вот так, вот так, вот так, вот так. Главное, чтобы вы поняли принцип. Вы можете делать со мной или без меня, как вам удобно. Вы можете работать вверх-вниз сначала, вправо-влево, да хоть по кругу. У всех мышцы по-разному зажаты. Делайте самомассаж, как вам нравится. Чувствуйте главные мышцы. Прокатали мы всю руку снизу. Теперь нам нужно перейти на предплечье. Желательно это сделать сидя. Конечно, можно и у стенки это прокатать. Вот так. Вот так, хорошенько покатать. Сначала снизу. Давайте вместе. Вы можете сесть за стол и покатать у стола. Давайте сделаем вместе 10 раз вверх-вниз. До кисти, прям на кисть заезжая. До локтя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Перевернем руку и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Снова перевернем и вот так вот
По спиральке, так покатаем. За столом, конечно, это будет удобнее, если он у вас есть. А еще лучше возьмите скалку. И это будет просто замечательно. Вообще просто супер. Перевернули. И вот так. Вот здесь обычно на этом участке прям чувствуется, как стреляет в пальцы где-то. Там проходит нерв, мы его задеваем прям. Все, отлично. Прокатали, встряхнули руку. Рука – это у нас парный орган, поэтому перемотайте немножко видео назад и все то же самое сделайте с другой стороны. Не поленитесь, особенно если у вас не имеет с двух сторон. Справились, покатали и ту, и другую руку сделали. Или поленились одну, ничего страшного. Давайте сделаем теперь растяжку. Повернулись лицом к стене. Правая рука влево вот так, раз. Плечо опустили, правое. И вытягиваем. Вытягиваем, стараемся лопатку растянуть от позвоночника с правой стороны. И поддержим на выдохе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем. Лицом к стене, левая рука вправо. И опускаем плечо и тянем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть время поделать растяжки подольше. По 30 секунд это будет гораздо лучше. Лицом к стене. Правую руку взяли и грудную мышцу с правой стороны тянем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. С левой. На выдохе все растяжки. Прям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко встряхнитесь. Вообще желательно и массаж, и растяжки, и упражнения всегда делать на выдохе. Это будет гораздо лучше и более эффективно. Теперь нам нужно растянуться, растянуть трицепс, растянуть спину. Давайте мы возьмем и вот так руки перед собой поставим. Немножко отойдите от стены на шаг. И правая рука ребром положили ее на стену. И стараемся подмышку положить на стену. Тянем. 1, 2, на выдохе. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сгибаем руку и тянем хорошенько. Чувствуем трицепс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь все растянули, там все растянули. С одной и теперь с другой стороны. Левую руку прямую, ребром положили, большой пальчик смотрит вперед, от стены точнее. И подмышку тянем к стене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сгибаем руку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Встряхнулись. Справились. Вы молодчина. Доделали все до конца. Я вами очень горжусь и надеюсь, что это видео было вам полезно. Конечно, в острый период, когда сильно болит, есть проблемы с рукой, нужно обратиться к неврологу. Медикаментозное лечение никогда не будет лишним. Если есть возможность, дома можете использовать хотя бы нестероидные противовоспалительные мази, помажьте в районе шейного отдела, руку. Пожалуйста, главное, не терпите и не живите с этим. Не усугубляйте ситуацию. Помните, своевременное обращение к специалисту может спасти вас от гораздо больших проблем. В дополнение можно, конечно, использовать и физиолечение, и сходить к профессиональному массажисту, и на ударно-волновую терапию. Много чего можно дополнительно использовать. Главное, не ленитесь и не оставляйте эту проблему без присмотра. Будьте здоровы и пока-пока. И ах да, сделаем еще кое-что. Обе руки потянем вперед, ладошки повернем и себе похлопаем. Будьте здоровы. Нету у тебя мячика, не страшно. Подойди к углу в комнате и между шейным и грудным отделом помассируй. Над лопаткой помассируй, между плечом и лопаткой. Трицепс хорошенько, нижнюю часть плеча. Можешь растереть, можешь помассировать вот так хорошо. Предплечье обязательно сделай массаж.
и можешь растереть хорошенько. Главное не лениться.